Настоящая весна должна выглядеть именно так, не дай бог, не по цвету, а по сути. Веселая, озорная, жгучая. Сади Казанова. А начинаем мы с тебя, Сати. Пойдем, добро пожаловать. Пошли. Можно что-нибудь? Какое-нибудь? Ну, под это что может быть? Душевное. Романское. Нежное. Что-нибудь типа... Moon river, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Я сейчас почувствовал себя старым, старым рейнджером, сын которого привел в дом невестку. И в плохом американском фильме этот рейнджер смотрит на эту невестку и понимает, что жизнь прошла. Нажимаю кнопку. Нет, она еще идет. Конечно, идет. Вот она как идет. Посмотрим. Итак. Надюша, не достается тебе то, что должно было достаться, и было бы абсолютно логично. Константин Меладзе. Браво! Я не поняла. Есть. В народе вообще ее называют, если вам немного за 30. Кому вот. За? А нам тем более немножко за 30. Надюша, поддержите, ладненько. Мы знаем, как да? 82-го. Ничего, что я так раскрыла? Да? Я тоже не просто да нет, ничего. Хорошо, что... хорошо, вы... ничего. Нет, хорошо, что ты это помнишь. Просто люди об этом не помнят. Им думают, что, настоящая... они думают, что мне лет 35-40. Подружка, понимаешь? Если спасибо скажет... тебе большое, что ты раскрыла мой возраст. Ты ходила замуж? Еще нет. Вообще ни разу, но у тебя двое детей. Девчонки. Ну что? Я там уже много детей не мужа. Началось. Нет, тема интересная. Так дети же, они в любви рождаются, они в браке. Сейчас. Верно. А, какая мудрая! Вы ночное шоу начали на несколько минут раньше, по-моему, полуночи. Я что имела в виду, Юрий Николаевич? Да-да-да. Меня просто, я же с Кавказа, и мне все говорят, ай, да мне с такой жалостью смотрят, ты не замужем. Нет, меня так жалеют, мне прям иногда хочется повеситься, что правда, вот мне 31, я не замужем. А может, все-таки выйти замуж проще, чем вешаться? Подумай. Вы знаете? Нет. Проще иногда повеситься, чем выйти замуж не по любви. Гордо. Сати Казанова, если вам немного за 30... Да, мне немного за 30. И что? Все впереди. Живой звук. Канал Россия. Впереди. Поехали. Надюша, Надюша, можно помочь, если что? Yeah!
Ну, дружок, вышел девушку танцевать, танцуй до свадьбы, знаешь? Вы все-таки люди кавказские. 97 баллов у тебя. Классно. Ух ты, спасибо. Спасибо тебе. Даже так? Мы не можем подхватить. Даже так? Все, Владик, лишним оказался. Куда он сядет просто. Видели, как он и не заметил? Все так играючи. Хитро так. Я страшный человек.